Ну хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю сами! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Отрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет!
когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Пусть так. Бальдер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Двигайся. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все... За то, что сказал про маму. Сын? Это не я. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Голова,
Что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу. А ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Надеюсь. Теперь не мешай. Я бы никогда не согласился. Слушай, ты не имела права. Я не имела права. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса, нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я могу живу. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Давай! Давай! Давай!
ты трус. Фрея, его мать. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Сделала. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли, но имей в виду, разговор не закончен. Придется многое сделать. Кто это? Спешим. Huh?
Не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. Что? Не мешайся. Дай помочь. Что сделать? Ты уже сделал. Корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ван, это не великий корабль. Он летать. Гиргоднер? Да. Потому что он был так задуман. Этот не был. Другого корабля у нас нет. Так что пойдем ли? Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь... Жар от огня! Мы вправду летим! И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого! Ты сделал огромный... Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов, а уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Катрей не твоя забота. Станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять.
Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось! Мы свободны! Мы отсюда выберемся. Сразись со мной! И покончим с этим! Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Айсберг по левому борту! Держись! Гарпун! Я его срежу! Трума! Сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Yeah!
Гарпун!
понадобил, сын мой. Посмотри, что ты натворил. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые! Мы покидаем этот мир. Сейчас же! Главное не рухнуть обратно. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма? Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Смотри! Пропавшая история Дюра! Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Этот мне хорошо знаком. А... Его глаза. Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь.
как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Символ на двери храма — это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Сын, то, что ты там увидел... Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Сказал, что Бальдер сын Фрей. Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно! Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдер невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой! Что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Так не попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра. Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Сделаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить с капом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его... Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Драугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли.
хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Ничего с ним не сделается. Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Руна Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Мы под залом путешествий между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Комната внутри комнаты. Гобелен. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого! Что это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Что движется? Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них? Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть?
совпадают. Сын на статуях. Вижу, тут сказано «бездна». Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина, и тени нет тоже. Аутр. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в дорогу? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Сюром одинаково безумны?